Такое. Найдите, угоните грузовики, которые перевозят разбитый Стромберг. Что, Леха нас бросил? Леха нас бросил. В смысле бросил? А, сервера вышел? Нет. Или чё? А грабу с нами не идёт. Не, ну пусть проходит с кем-то, что-то хочет. Пусть проходит, господи. Сразу бы сказал, что типа... Тоже какой-то такой, это ещё вроде вчера договаривались, потом на сегодня перенес. Так, а чё нам грузовики нужно спиздить, я так понял? Сразу бы определился. То, что такое есть. Дальше вот тут. Ага. Надеюсь, одного будет достаточно. Да ещё и не двигается. Господи, блять! Поменял, короче, трансмиссию, по-моему, или как он там называется, нахуй, нет. А теперь, блядь, вилять стало, пиздец. Типа заниженную сделал. Подвеска. А, подвеска, да. Подвеска, она управляемость повышает. Ну, он наоборот у меня теперь виляет, пиздец, а по этим, по, как он называется, по такой местности, где не асфальт, вообще жопа. У меня Курума еще ниже. На самое последнее, что ли, прокачан? Вроде бы. Не знаю, но твоя вроде получше ездит, чем на этот какой-то. Вообще стало неуправляемое вроде. Дорогу дайте. Стремно, что вертолетной площадки нет на этом, на военной базе. Это такое. Не военная база, а бункер какой-то второй просто. Венгер он покупается. Ну он потом в этом остается. Да, да, это он. А нам походу нужно будет это забрать просто машинку, которая тут. Чтобы спустить. Куда ж? Куда ты гонишь? Сука. Тормози. Машину, походу, нужно забрать, да, это? А, грузовик все-таки угнать, да? Ладно, я до следующего поехал. А зачем до следующего? А там же несколько нужно, да? И один. Ну, видишь, 4 написано. А, ну да. Я поэтому и говорю, что типа следующий. Господи, блядь, вот этот вот. Там тачку тогда вызывай следующую. Пиздец. Задания такие унылые. Хотя бы сделан... зато как интересно будет в этом. Ну да, ну я говорю про... перебуем. Я говорю про то, что типа сделали бы тогда на двоих, а не так же на четверых.
У нас двое играют. Это, блядь, пиздец. Какая-то жесть. А время есть, да, идет? Времени нет. Ну, хоть это предусмотрели. Я сомневаюсь, что они что-то предусматривали, так сделали, походу. Так, а он... По обновлению вроде 2 года. Ну, походу. Тоже едет, сука, перевернулся. Не помню, 2 или 1.5. Так, а ты куда? Подожди, стой, ну куда ты, блядь? Едет на попу. Ты прямо вниз. А, ты меня типа заметил, да? Или нет? Вот. Все. Ты живой, что ли, остался? Нет. Ага, сам ты такой. Бля, этот грузовик управляется лучше, чем та херня, на которой мы ехали. Ой. Карта еще неудобна, лучше, мне кажется, она сверху не... За мной, кстати, челики не поехали. Окей, we've got something to work with. No. Слушай, а тут грузовой вертолет, который контейнеры переносит, он может вот эту технику пиздить вообще? Нет, у этого есть каргобок. Намного лучше с этим справляется. У него ограниченные возможности. Но он грузовики такие может тягать? Грузовики он не может тягать. А те тоже не могут, тут, которым, на котором летали мы, типа там, контейнер. Не знаю. Пробовал? Его вообще вроде купить нельзя. Хера,
Блять, а чё, мне каждый раз придется выходить из бункера? Чё за пиздец? Это еще кто? Где? Василек. Василек какой-то. Так, а зовут? 31 уровень. Все, осталось последний Стромберг найти. Вроде мы с тобой вышел. Вдвоем в сессии. Только что вышел. Руслан зашел. Ну, я вижу. Да идите нахер. Отлично, блядь, спавнится. Все-таки херово, когда тут покупаешь всякой недвижимости. Лучше пусть меньше у тебя будет, чем больше, потому что это начинает съедать все бабло, блять. Такое себе. Зато не звонят. Блять. Просьбами. Такое себе, знаешь. Не звонят. Да иди нахер. На карту на этого смотреть. А тут можно проехать, по-моему, по прямой. Нет? Здесь. Или нельзя. А, это подо мной, походу. Туда поехал. А? Можно было и напрямую. Ну, я смотрел, типа там. Что-то не нашел ни хера. А, вот он, блядь. Я проехал. Не увидел, короче, там где проезд. Искал. Блять.
стойте. Ага, нормально, через дверь такой вышел. Ты типа не агрессивный, куда побежал? А вот он-то. Одних и тех же в машинах, что ли, едет здесь? Такое ощущение, что стекло кровоточит. Такие брызги вокруг этой дырки, точно. Надеюсь, остальные миссии не будут такими скучными. Сам себя убил, что с горки так поехал. Прохожих расстреливаешь. Okay, that's the set. We'll start working on the cars. Блять, пиздец, была сотка, стала 58. Я охуею. Ежедневный растрат. Вообще хуели, что ли? Слушай, а если бабок не будет, что они будут минус снимать? Угу. Пиздец. Продавать бы все к чертям. А недвижимость не продашь? Я про то и говорю.